земля от света повернет во тьму. Школа наша. Вот это вот, я не могу, я уже раз показывал. Не выношу, ненавижу. Я уже не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. Разве это детям нужно? Количество посчитаем, слогов каждой строке. Зачем? После этого научиться былины складывать? Нет. Стихи новые появятся, хотя бы один Пушкин, Лермонтов. Никогда от того, чтобы посчитать его слога. Зачем вы это все преподаете? Да еще нашли время. Вот в стране трагедия. Это школы закрыты. Все это с экрана. На что вы не знаете, что людям, детям надо? Зачем это надо-то? Вот это вот то, что на экране. Зачем? Зачем? Ну, вот это зачем? И что, дети будут сидеть и зубрить, причем, если она запомнит, амфибибрахит, это чуть ли не материшинное слово. Ямбхарей, мы хоть ямбхарей проходили, на этом все. Я запомнил, что есть ямбхарей, я забыл 100 раз. А чем они отличаются? Зачем мне их знать? Что такое двухсложное? А нет, придумали трехсложное. А? Зачем? Как вот кого мордой ткнуть, чтобы придумал эту? Вот показать тебе от экрана, вот взять тебя за загривок. Для этого нужно пару спецназовцев накачанных. И тыкать в этот экран и говорить, зачем? Зачем? Зачем это детям надо? Ну нельзя же до идиотства-то доводить-то. Зачем? Силлабическое. Количество слогов должно быть одинаковым. Зачем мне это надо знать? Детям знать. Третий класс у меня этот, ну, Тимоша, терпеть не может школу. Он уже в такой школе, которая ему ничего не дает. Он научился читать еще до школы.